Очередные выборы в Забайкальском крае состоятся 14 октября. В единый день голосования планируется проведение 47 избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления в 25 муниципальных районах края. 14 октября изберут глав в 4 муниципальных образованиях. Это Могочинский, Нерчинско-Заводский, Шелопогинский и Тунгера-Лёкминский районы. А также в городских поселениях Дарасунская, Калангуйская, Ясногорская и Забайкальская. В этот же день изберут глав 9 сельских поселений края. В сельском поселении Шевиинское пройдут досрочные выборы главы в связи с прекращением полномочий действующего руководителя. В городах Забайкальск и Ясногорск пройдут повторные выборы главы, не состоявшиеся в марте. Также 14 октября запланированы 30 избирательных кампаний по выборам представительных органов местного самоуправления. Депутатов будут выбирать в 22 муниципальных районах, 4 городских поселениях и 4 сельских поселениях.